Вот какая беда приключилась. Дети привезли банан, или как он, патрушка, или ватрушка называется, или как, не знаю. Что-то съедобное, короче. Вот. Так я и не понял, то ли разрезали, но подозреваю, что это сейчас вот такие делают. Они с какого-то, она тоненькая-тоненькая. Вот прошлый год я сшивал подобный предмет, применял, я прошивал вот здесь, вот в этом месте, я применял 22 класс. Сейчас я, да на любой бы, хоть на чайке, хоть на чем, можно прошить. Хочу зигзагом вот так снутри, и потом настрочить тоже, опять же, снутри ленту. Такая у меня есть, как она, типа стропы. Вот так, еще прихвачу прямой с точкой. А здесь зигзагом сейчас наметаю вот так. Ну, вообще делаю. И... буду шить. Недаром же я заставочку сделал. Шить буду вот на своем келлере, который восстановленный у меня. С Москвы, который мне прислали. Подарили, так сказать. Ну, буду заниматься. Тянет плохо, ткань это какая-то, не пойми, что это, какая-то баннерная, что ли, из чего они там шьют эти умельцы китайские. Все некачественное, ну дрянь, как и все китайское. Так, сейчас еще реверсом прошью обратно. Уже не баннерная, а какая-то дешевая клеенка. И вот это добро стоит 2000. Ну, камера, наверное. Камера, наверное, самая дорогая. Автомобильная обычная. Там, какая-то R14, какая-то. Или R15 камера. Так, ну сейчас застрочу еще прямой. С лицевой стороны, снаружи. Двигает отвратительно ткань, конечно. Я вот на пятерку поставил. Приходится помогать. Тут надо лапку какую-нибудь... тефлоновую. Ну, двигает. Прошью тут. Порыв-то небольшой, с полметра всего. Сантиметров 40. Так. Вот так, попрямее. Поставлю. Дети будут счастливы. Хотя они и на порванные катались. Но на целое это лучше. Так. Ох ты, не тянет. Нет, тянет. Да что ж такое-то? Маленько осталось.
Это не из-за того, что толстая что-то или что. Она скользит, скользкая, наверное, из-за этого. Вот, берет. Сейчас. Угу. Строчка, конечно, мельчит. Но это из-за продвижения. Не рассчитана, конечно, на такую ткань эта машина, но должна любые шить ткани. У меня, конечно, и 22-й есть, но мне его неохота доставать, заряжать. Да, он 51-й справляется неплохо. И все, закрепочка. Ну, остался пустяк накачать, и акума что-то не тянет, но она стояла уже много месяцев в гараже. У нас морозяка, ночью 26 было. Замерз аккумулятор, машину мне неохота заводить, вот сейчас заряжаю, он куча проводов, нагрузку подключил, прибор, он прибор 12 кажет, но зарядка еще не пошла, как я его оживил, вообще не работало. Вон. Почти 12 вольт. Но зарядка еще не полноценная идет. А компрессор подключаю, все. Акума на колени падает, вырубается. Ладно, сейчас, наверное, все-таки от автомобиля пойду. Запитаюсь, надо бублик этот накачать. О! Ура! Заработал! Ну пусть еще под это подзаряжается или пусть накачивается. Ну все, он значит взял сколько надо уже. О, все что ли? Считает зарядного. От зарядного работает. Нормально. 12. Так. Это сколько у нас? 13 вольт. Нормально прет. Так. Что у нас с накачиваниями? Так. Опа. Все, сдулся. Еще пусть заряжается. Ну и все. Полчаса. И все в порядке. Аккумулятор зарядился. Все на два раза прострочено зигзагом, прямая. Это, оказывается, сучком пропороли. По двору таскали ребятишек и пропороли. Все, можно отдавать.